Смерть за родину, отношение к суициду и хотите ли вы попасть в рай? Родители восьмиклассников из Волгограда возмутил текст под Новый год в школе номер 140. Мать 14-летнего мальчика обратилась в городской СМИ «Блокнот Волгоград» с жалобой на обязательное тестовое задание, которое учителя дали ее ребенку и его одноклассникам. 30 декабря детей заставили ответить на вопросы без возможности отказаться. Преподаватель заявила, что с нее потребует отчетность. Тест под названием «Отношение молодежи к духовной безопасности» состоит из 56 вопросов, 3 пункта из них требует указать учебное заведение, возраст и пол респондента. Среди прочих есть такие вопросы, как вы относитесь к СВО, зачем умирать за родину, ваше отношение к абортам, ваше отношение к суициду и чем очищаются грехи. Распространение материала через чаты одноклассников в мессенджерах, кто-то из детей просто прошел его, а кто-то нажаловался родителям. Возмущение взрослых дошло до учителей, которые ответили, что читали все вопросы, прошли сами и не дискутировали, мол, все в порядке. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.